вы считаете, почему в России запрещена самооборона? Почему нельзя убивать в ответ? В ответ? Ну, если тебя убивают, вот, два человека, допустим, или один, то ты не можешь его у нас убить, иначе ты сядешь. Ну, да. Не, мне кажется, просто это сложно, ну, как бы сложно как-то сформулировать законодательно, и очень размыто. Это всегда же какие-то споры, насколько я знаю, идут, если человек даже законным, ну, относительно... Ну, как, в других странах это вполне в порядке вещей. А, вот это, не знаю, просто не изучал вопрос. Возможно, как бы нужно какой-то опыт других стран изучить более детально. Вот, может быть, еще связано с тем, что вы ими спрашиваете именно с оружием или вообще как бы вот... Вообще. А, вообще, вот не знаю, честно говоря, то есть затрудняюсь ответить. Знаю, что такая проблема есть и давно уже существует, но причину не знаю. Самооборона в ответ, но если адекватно отвечать, наверное, в рамках должно быть адекватности. А зачем убивать? Ну вот на вас, допустим, напали с целью убить. Вы по российским законам не имеете права то же самое сделать. Вы должны либо погибнуть, либо не знаю что. Не попадал в такую ситуацию, не могу сказать. Ну, потому что она может быть превышена, я так думаю. А вам не кажется, что от этого стало меньше жертв? Возможно, но каждый случай индивидуален. Надо рассматривать каждый случай в отдельности. Я не знаю. Правда, не знаю. А почему нельзя? Ну вот у нас есть на вас нападает кто-то, да, с желанием убить, то если вы его убьете в итоге, то вам придется в тюрьму посидеть. Мне кажется, в каждом отдельном случае это должно рассматриваться индивидуально, то есть, ну, в зависимости от ситуации. То есть, если, ну, это угрожает там жизни и здоровью, и это оправданная самооборона, то почему? Потому что из крайности в крайность. Если что-то разрешить, то это не будет предела этому. То, что какое-то ограничение наши законодатели придумали, правители. Вы правильного человека забрали, мне кажется, вы правильно. Ну да, ну потому что у нас, потому что у нас законы такие, да? Ну потому что все просто начнут этим пользоваться и... Это же нормально абсолютно. Не, просто все начнут убивать по тем фонам, что типа на меня напали, и я поэтому я убил человека. Даже не знаю. Сложно. Давайте предположим, почему. Не знаю, чтобы было не так распространено оружие, наверное, в России. У нас как бы считается, кто умер в результате конфликта, тот не виноват. Даже если он и начал этот конфликт сам. Все равно, мне кажется, это боязнь государства, что как бы народ, наверное, почувствует свою какую-то силу, да, свою правоту. Вот. Но вот лично мое мнение, как бы добро должно быть с кулаками, раз. И даже если ты превысил какую-то необходимую меру, да, самообороны, из тюрьмы можно выйти, а из могилы ты не выйдешь никогда. Интересная постановка вопроса. Нет, ну это должны, ну, индивидуально, то есть должны учитываться какие-то нюансы, то есть не может быть такого, что, ну, как бы всех, как бы, ну, короче, должны рассмотреть индивидуально. А вас вообще устраивает такое положение дел? Какое? Ну, что вы не имеете права обороняться. Почему не имею? Имею. Как? Как? Всеми доступными способами. Ну, если вследствие этого всех доступных способов человек погибнет, то вам придется отвечать. Но суд будет. У нас просто кто погиб, тот не виноват. Но я вам не могу ничего сказать на этот счет. Ну, конечно, если на меня напали, я тоже могу напасть в ответ. Должен напасть в ответ. То есть вы за то, чтобы разрешили, да? Конечно. Я к этому, не знаю, никакого отношения не имею, потому что на меня никто не нападал так. Нет. Глаз за глаз. Или что? Да. Ну, в части устраивают, в части нет. Но какую-то золотую середину я не знаю, как найти. Так что лучше пусть это будет запрещено, чем каждый будет ходить с оружием и непонятно, что у него в голове. А почему оружие запрещено? Ведь испокон веков оружие не давали только рабам. Такой немного провокационный вопрос. Большинство, мне кажется, не совсем готовы к этому принятию оружия. Это должно быть в культуре. Быть десятилетиями, столетиями, а когда если было запрещено, то вдруг его дай, нам хватает травматического оружия и случаев с ним. А если еще будет огнестрельное, какое-нибудь холодное, те же арбалеты, луки, я даже не знаю, что здесь будет. Будет бойня. Чтобы не было восстания никакого, я так думаю. То есть это власть так хитрый ход такой, да? Я думаю, да. Ну,
вот менталитет наш не позволяет это делать. Конечно, только из-за этого. Ну, уровень культуры еще, конечно. Наверное, чтобы рабы не бунтовали. Потому что большинство россиян неадекватно будут с этим оружием. Слишком много алкоголиков, которые могут получать как бы оружие. Мне кажется, вот это правильно почему-то. Вот, но, спокон веков оружие не давали только рабам. Возможно, но как бы это может быть уровень сознания определенный. Мне кажется, если бы сейчас массово у людей было бы оружие, то ничего хорошего бы от этого не было. Потому что оно может быть использовано не по назначению. Оружие нужно, можно иметь человеку, если он докажет, что он психически вменяем. Тогда, пожалуйста, почему нет? Вы знаете, мне кажется, в Америке это разрешено, и ничего хорошего это не заканчивается. Поэтому я с этим солидарна с правительством. Это интересный вопрос, потому что, как мне кажется, тут еще зависит от менталитета. То есть, как бы можно раздать всем оружие, но в то же время, как бы, это зависит еще от человека. Как бы нужно умение, как бы, ну, все равно им применять его. То есть, если ты достал, как бы, его, то, соответственно, ты должен его применять. Но тут такая тоже сложная ситуация. Государство боится давать оружие населению. Все боятся восстаний, пугачевщины, революции и так далее. Вот мне кажется, с этим связано. Вы бы не стали себе покупать оружие, если бы разрешили? Нет, не стала. А мне оно не нужно, потому что я считаю, что сила слова более действенна, чем оружие. По крайней мере, в моем случае точно. Я и оружие, мы друг друга не понимаем. Так охотничье можно оружие носить? Главное, все по уставу делать, разрешение и все такое. Да. Мне кажется, все зависит от обстановки, которая тебя окружает. Если как бы ты чувствуешь себя спокойно на улице, то ты не будешь даже думать приобретать. Вот у нас спокойно на улице? Ну, мне да, мне комфортно, и я как бы спокойно. Днем, да. Вечером я могу себе позволить прогуляться, да. Думаю, нет. Почему? Мне не нужно, я считаю, что у каждого свой выбор. То, что сейчас разрешено в рамках там, травматического оружия, вполне достаточно для самообороны или как бы остановить нападение. Скорее всего, да. Возможно, но 10 бы раз подумал еще, прежде чем использовать. Только, наверное, в особо каких-то случаях, то есть когда действительно уже стоит вопрос о том, что надо там, себя защищать. То есть, ну, вот не знаю, как в Штатах там всем, конечно, разрешено, но в то же время, не знаю, у нас много от менталитета зависит. Могут, ну, как бы всем раздашь, а там, если там, грубо говоря, они там по ерунде поссорились, что они начнут стрелять и сразу друг друга. Вы знаете, я могу приобрести его и сейчас на совершенно законных основаниях, но оно мне не нужно. К сожалению, у нас, опять же, сложилось так, что вот это оружие имеет ну, может быть, не в большей степени, но достаточно большая часть неадекватных людей. Нет, не стало бы. Мне кажется, ну, само оружие, наличие оружия, оно как бы, возможно, может провоцировать как бы, ну, конфликт со стороны того, кто его владеет. То есть излишняя самоуверенность. Оружием надо уметь пользоваться. Если у тебя будет пистолет, то человек, который владеет оружием, разберет у тебя его. Может, знаете, анекдот есть про... Курок, или как не курок, а вот этот... Спили мушку, крошка. Да, вот очень хороший анекдот.